вами Максим Амельничук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Смотрите это видео, и сегодня мы разберем, в чем отличие между тем, что человек хочет, и то, что ему действительно необходимо. Представьте себе ребенка. Для того, чтобы он хорошо рос, развивался, у него были крепкие зубы, он должен грызть свежие овощи. Но ребенок хочет съесть шоколадку. Как родителю совместить то, что ребенок хочет, и то, что ему действительно необходимо? Задача непростая. Как это относится к риэлторам? Сейчас я нахожусь на конгрессе Российской гильдии риэлторов в Сочи. С многими руководителями компаний мы встречались, обсуждали вопросы, обсуждали проблемы. В первую очередь проблемы обучения, каких-то внедрений технологий. Вопросов обсуждали очень много. Я обратил внимание на то, что руководители агентств недвижимости заинтересованы в проведении одно-двухдневных тренингов. С другой стороны, я считаю, что одно-двухдневные тренинги, они абсолютно неэффективны. Они наносят вред компании, они наносят вред сотрудникам. От них нет толку, риэлтор ломает старые стереотипы, а за короткое время он не успевает наработать новое. Происходит раскачка его энергетического потенциала, он выходит из тренингов на подъеме, через некоторое время он сдувается и уходит в штопор. Результаты плохие. Мы анализировали проведение многочисленных тренингов нашей компании и на сегодняшний день полностью отказались от одно- и двухдневных тренингов и семинаров. Я написал на эту тему подробное видео, если вам интересно, вы можете посмотреть его на нашем сайте. Подробно рассказал, нашел три причины, нарисовал это все в графиках, сейчас не об этом. Тем не менее, и на конгрессе Российской гильдии риэлторов, и до конгресса я получаю предложение от риэлторских компаний, от руководителей агентств недвижимости на проведение одно- и двухдневных тренингов. Как быть в этой ситуации? Ведь я знаю о их неэффективности. На сегодняшний день мы нашли выход, как это можно сделать. Самый простой способ – это совместить однодневный тренинг с длительным 2-3-недельным обучением. В частности, наш проект онлайн-тренинг, который называется «Продажа недвижимости оптом», он включает в себя 12 занятий с обратной связью. Как правило, его проходят в течение месяца. 12 занятий, редко когда человек делает каждое занятие в день. На выполнение одного занятия порядка 2-3 дней уходит. Поэтому весь курс растягивается на месяц. Но тем не менее, первое занятие возможно провести в живом формате. Оно расскажет о том, что будет в течение тренинга, расскажет всю структуру. Мы разберем все основные ошибки, предостережем от попадания во всевозможные ловушки, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы разрабатываем новый формат работы. Это однодневный тренинг, который совмещен с 12 занятиями поддержки онлайн. Здесь мы совмещаем, что действительно необходимо риэлторской компании, это внедренный навык. Мы совмещаем с тем, что хочет руководитель агентства недвижимости. Это обучить риэлторов в течение одного дня. О формате проведения, о том, как это будет все выглядеть, я расскажу в одном из следующих видео, выложу на сайте. С вами был Максим Амельничук. До скорой встречи!